Мы прекрасно понимаем, Вашингтону не нужна мирная Европа. Концепция управляемого хаоса зашла слишком далеко. Теперь идеологи глубинного государства в Соединенных Штатах Америки буквально требуют еще больше крови. Им нужно залить ею европейский континент. Они подталкивают европейцев со своего западного конца к краю, к обрыву, к тому, что поможет им пережить нынешний коллапс внутриполитический в Соединенных Штатах, экономический, что очевидно даже по одному показателю государственного долга США, про идеологический вообще не говорю.